Плохие погодные условия и неудачное перестроение сыграли злую шутку с водителем «Лады» 13-й модели на проспекте Победы. Отечественный автомобиль протаранил Volkswagen Tiguan. Удар был такой силой, что иномарку развернуло, а ВАЗ превратился в кучу металлолома. Кадры с места события в репортаже Рамиля Шайдулина. Жена что-то получила. В момент столкновения в салоне «Лады» 13-й модели помимо водителя находилась пассажирка. Помощь ей на месте оказали медики. Водитель же получил травму руки и ушибы. Учитывая повреждения автомобиля, легкость их ранений удивила едва ли не всех. Сразу после столкновения к месту происшествия прибежали очевидцы. Они извлекли людей и передали их в руки медиков. Машина скорой помощи как раз проезжала рядом. Водитель Volkswagen не пострадал. Мужчина отметил, что только начал останавливаться на светофоре. Уже через секунду в заднюю часть его автомобиля пришелся удар. Получается, сюда удар пришелся. Да, вот. Полную картину произошедшего прояснил водитель «Лады». Молодой человек рассказал, что его автомобиль попросту занесло во время перестроения. Я начал тормаживаться, перестраиваться. Меня занесло и, получается, развернул и кинул ему в заднюю часть. А какая скорость примерно была у вас? Ну, я уже начал тормозить перед светофором, то есть где-то 60 максимум, скорее всего, даже меньше. Если иномарку еще можно отдать в ремонт, то отечественному автомобилю, судя по всему, предстоит утилизация. Легковушка восстановлению не подлежит. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.